Эй, пойдем туда? Ага. Эй, вы! Повязывать полотенце на поясе — это безвкусица. Посмотрите на Кагами. Небрежно брошенное на плечо полотенце, сильное тело и плавки. Чего? Плавки? А? Ну, я никогда раньше не был на горячих источниках. Заграничные дети. Ну ладно. Младшие должны помыть старшим спину. Чего? Ты хочешь его заставить? Как-то так? Хьюга! А? Почему? Ты чё, совсем ненормальный? Это ж щетка для уборки! Ты чё, убить меня решил, а? Ты превратился в сладкую вату! Чего? Да ты же... Блин, я не знаю, с чего начать! Сказали, что номер два тоже надо помыть. В бане? Хьюга! За что ты его опять? Ну, я взял другую щетку. Она для пола! Кусты мешают. Идут! Слышь, подвинь ведро. Веселитесь, я смотрю. Можно присоединиться? Что вы делаете, мальчики? Тренер! Нет, мы... Я-то думала, чего вы так шумите? Ребятки, стисните зубы. Не надо было подглядывать. Конечно, нет.